Привет всем! Вы на канале Beer и Game, а мы продолжаем проходить игру Among the Sleep среди сна. Да. Мы забрались буквально на две полки выше, а поэтому сюда надо, да? Мы кажемся какими-то гигантами, более высокими, холками. Да. Идем куда-то пока, да, я думаю, что у нас... Открывайся, Дольфа. Короче, разобрались, мы включили, походу мы включили русский язык в конце там... игры. Летить, мутить, барашки, мультик из барашков. Вот это да. А, это проход. О, выдвинулась у нас полочка, что дальше? Ой-ой-ой, задвигается, смотри. А куда идти-то? На нее. Давай. Катаемся на карусельках. Поехали. Поедем, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, по черепушке не схлопочем, по жбану. Так, а почему мы никуда не проезжаем? А если туда? Да что такое-то? Какое здесь странное управление. А! Я тут лунную дорожку сейчас, будем делать. Ударимся. А, я поняла, надо через верх пройти. Ё-моё, ну как же так? Отлично. Это гениально. Нам и туда, надо... да? Вон да, туда. И туда. Хлоп. Дольфа идёт. Быстрее, идет, упыриха. Не туда нам, по-моему. Кать, ну не туда же, ё-моё. Наверх надо было идти. Подохли. Ну ничего страшного. Начинаем сохранение. Все дохнут в играх. Даже монстры. Ну не в этой, я думаю. Так, вот у нас... О, а где мы? Не знаю, мы в новом месте оказались. Может быть, так все и надо было? Подохну, что ли? Ну, пойдем. Не знаю, ну, по крайней мере... А, нет, мы там же, все да? Нормально, да. Просто не совсем поняла, куда нам идти, надо там сразу столько полок не, открылось. Дверь не надо было идти, конечно. Но полок осталась открытой почему-то, да. Надо подбежать нам побыстрее туда, наверное, чтобы нам да. Куда-то сдвинуться. Зачем ты начал мне говорить, что кто-то бежит? Так я тоже испугался, надо было бежать, но не в ту дверь, а наверх. Может быть, там все-таки никто не шел, просто музыка была такая. Страшно. Потому что я никого не видела там, честно говоря. Ну, может, нас хотели напугать? Ну, ладно. Будем знать, что там кто-то будет идти. Но на самом деле там никто не будет идти. Пойдем наверх. Че он так едет? Ну, слушай, нам, походу, в ту сторону, правильно? И потом наверх, куда-то туда. Вот давай, надо... давай, иди. Лунная, быстрая походка, взгляд безумный. Давай. Опа. Давай, оп. Сюда. Вот туда. Сохранение все. Ну, сюда правильно было. Нет, нам надо наверх. Просто если что, мы можем под стол уйти. Да это здесь дура не влезет. Она такая большая своими руками. Ну вот я и говорю, что хорошо, что мы сможем спрятаться, о. Если что. Вот, прям идем по предметам. Да, идем. О, побежим, может быть. Закрыто. Открыто? А там-то что? Там ничего. Не знаю. Посмотрим. Шкатулка. Мишка, будем играть? Эта шкатулка была в начале игры, да? Там только что была лапа, рука. Медведь. Не хочет. А что-то было. Ну, значит, мы ее просто посмотрели. Сапоги лежат. Ну, хлам. Заброшенный мир. Она идет. Она здесь не пройдет. Она слишком огромная и медленная. И фиговая. Пойдем. И вон туда, походу. Да, все говорит, что нам нужно идти туда. Какая-то лестница здесь. О, глаза, тихо. Пугают нас, пугают. Ну здесь тупик вроде бы. Надо прямо идти. Странно. Ну, да? Значит, идем сюда, наверное. Ну да, да вся игра говорит о том, что нам нужно идти. Да, ты. Сюда? Ой,
Разве сюда? Пойдем сюда. Ух ты! Тихо, сюда сахар бедненький ударился упырек. Мамаша, мне штаны порвали. Мамаша, что-то разодрали. Эй, товарищ, темнота, ты почему так темно? Мишку включим. Мишку мы включим, да, только разобраться бы, куда идти. У нас тут сохранение 10 раз уже прошло. Давай сюда пойдем. Почти все время сохраняет. Нельзя? Сюда нельзя. А значит, пойдем сюда. Будем медведя включать? Мишка Гамми, ты почему не включаешься? Значит, сюда, сюда, сюда. Ой, сколько шмоток-то, ё-моё. И все одинаковые. Ой. Ай, ветерок, давай, давай, пугай, пугай, пугай. Мамаша, ты где? Мы тебя ищем или кого мы ищем? Мамаша. Сюда, опа. Что-то вниз. Блин, ходы-лабиринты, а? Да, ходы-лабиринты, это точно. Вот, дротики популяем, наверное. Ну что, кидаемся? Походу вниз. Давай. А, нет, нормально. Сохраняшка. Квакашка. Здесь. Здесь можно спрятаться. Вот эту фигню надо открыть, по-любому. Если успеем добежать. Давай, Фушка, ты чего не открываешься? Что, замок надо взять вроде? А, понятно, надо в цель кинуть. Вот, русские включили. Титры эти, етить-мутить. Мячик кинуть. Давай кинем мячик. В цель надо попасть, надо. Может, носком потным? А, какой-то предмет надо кинуть, да? Да. Инвентарь у меня не открывается. Нет, а зачем инвентарь? Вон они, предметы. Вот эти, может быть, какие-то кинуть. В цель, может быть. В цель. Куда он исчез? Не знаю. Куда-то исчез. Странно. Нет, здесь какого-то ключа не хватает. Не знаю, чего. Нет, вот, может быть, вот этой фигни, смотри. Вот этой вот, смотри, откроет. Может, вот этот мяч надо пульнуть посильнее? Пульни его нафиг. Он вообще еле пуляется. Да? Угу. Тяжело. Может, сюда надо куда-нибудь идти? Не, видимо, цель, туда нам надо идти. Давай. Не хочет. Странно. А может быть, взять ту штуку? Попробуй возьми там штуку еще. В той двери и посмотри. А это что такое? Какая-то палка. Мячик это... Блин, мячик мешает, смотри. Иди отсюда. Может, там что пульнуть надо? Чтобы упало. Вот эту вот штуку нельзя взять? Вот эту. Очередная загадка. Угу. Вот, может быть, ее пульнуть в нее. Подожди, вот он заберется туда обратно. Не хочет. Туда? А попробуй влазь. Дальше встать. Не хочет? А, это я так встану. Так, значит, подтягиваемся, давай. Не хочет. Нет. Значит, что-то здесь надо открыть как-то надо. Здесь какой-то есть ключ, наверное. Это мячик или карта. Карта попробуй. Карту не берет, мячики берет. Может, какая-то последовательность мячиков? А здесь полезет что? На кучку. На кучку. Нет, палки, он наверное, не палколом все-таки, блин. Ну, посмотри, там внизу еще что-нибудь. Блин, а что же делаешь? Тедди включи. Включи Тедди. Выпусти его, можно? Спусти Тедди. О!
Гениально! Вы видели это? Что там? Нужно было... Я так думаю, что там луна какая-то, ее надо просто сбить чем-нибудь, да? Ага, луна да. И раз... ключик. Ё-моё, ну как надо внимательно все смотреть. Да. Отлично. Тихо, шуба. Дура ходит где-то. Может, она нас пугать хочет? Все, ушла, ушла. Давай видим луну. И подлунимся, пойдем. Может быть, встанем, можем встать. Луна квак. Давай, пойдем-ка. Так, теперь мы сможем пройти. Хулиганы, а? Блин, теперь там какой-то ключ нужен. Да, еще один очередной. У нас есть сохранение здесь. Вон он ключ. Вон он где. Ага, вижу, а там, походу, Адольф будет ходить. В коряге. Здесь можно? В теле можно. Коряги. А нет, или можно, или нельзя? Давай. Не, нельзя, нельзя. Нельзя. Очередные пойти. Открывашки, блин. Где наша открывашка для пивашки? Ух, как она далеко-то, ёпта. Ты слышишь это? Что это за орбус? Так, там у нас не пройти. Да. Ой, аж туда надо идти, смотри, как далеко. На мячик можно. Нужно эту кучу. Подкати мячик. Или... Уж она идет. Что ты там делаешь? Ломаешь дверь, что ли? Надо тут, наверное, все-таки. Да, знаешь. Да, как будто кто-то что-то ломает или кто-то очень сильно идет. Такое чувство. О, сюда? Не, не, не сюда, не сюда. Вон он, ключик наш, по-моему. Дольфушка, забирайся. Да, он не хочет забирать. Значит, надо все-таки было вниз. А, это этот туда ездит, этот фигня. Может быть, теперь ее надо включить? Вот она ездит, видишь? А ее не включишь. Значит, вниз. Вниз. Да? Оп. Попробуй сюда. Тогда вот сюда. Заползай на эту фигню. Здесь что? Здесь ничего? На тогда эту, да. Иди. На стульчик тихо закрыться. А или туда не пройти? Не хочет? Может, с этой стряпок. Как нам туда пройти? Очередная головоломка. Может здесь? А вот смотри, дверь какая. Обойти можно? В шкафенце. О! Плачущий. Кто-то плачет, да. Плачущий, чующий убийца. О! Блин, столько всяких... А, ну, там уже... ящики мешают, смотри. Их надо... Ящик надо убрать, короче. Вот сюда. Все понятно. Ящичек убираем, проходим обратно. Тут слишком узко, да. Очень узко. Ой, зажало. Все. Все, пойдем. Теперь обратно? Да, теперь обратно. Но не сюда, наверное. Теперь прыгаем на палочку. Пойдем. Ой. Пойдем обратно. Хитрые и ужасные внуки. Пойдем обратно. Дольфовская шкура ходит, смотри. Кора ходящая. Да, 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 я видела, видела. Древесина. Как она отсюда забралась? Пойдем. Ух ты, какая она длинная, эта лестница. Да. Если честно. Встаем, 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 встаем. Не хочешь вставать? Да. А потому что под ящиком мы стояли.
и забираться не хочет. Тогда может, тот мешает. Задвигайся обратно. На время. Теперь сюда. Теперь сюда. Вот она наша. Ваша клаша, гаша, лажа. Пойдем. Может, пробежим чуть-чуть? Давай, давай, ползем, ползем. Ползем мы и то быстрее, чем ходим. Сохраняки. Ключ что, не берешься, что ли? Походу нет, надо вот здесь. Это, наверное, и не ключ. Да. Ключ, наверное, вот где-то. Ну, главное, мы что, правильно идем. Правильно. Вот какой-то коридорчик. Вот он нам освещает. И освещает нам, да, подсветка, куда нам идти. Спасибо, что подсказываете нам. Оп. Да, шмыг с подсказкой. Еще одна дверь. О, наша кухонька страшильная. Так, а вот там, наверное, и есть звездочка, да, лежит? Да, забираться надо. Прячемся, прячемся, прячемся. Если влезаем. Что, опухли, что ли? Пойдем по ящику. Дольфушка, ты где? Ты залезешь сюда? Ой, ножи нарисованные лежат. И тыква. Который надо. О, фруктами сейчас будем тыкву кидать. Давай, кидай. А яблочко, это... да. Отлично. А вот этого мне не нравится. Ай-яй-яй! Куда идти, куда идти, куда идти, куда идти? Здесь прячься, здесь прячься. Есть. Где-то шерсть, пойдем. Смотри, сразу все полки открылись. Как такое может быть? Идем хотя бы нам бы дверцу бы открыть сейчас. Вон она там, да? Хотя бы до дверцу бы нам приоткрыть бы, и что там у нас будет, хоть сохранение у нас будет. Сохранение произошло. А что там дальше? Сюда что? Не, не сюда. Мы не отсюда. Мы не отсюда. Полка задвинулась обратно. Да? Ага. Странно. Может, ящик сдвинуть? Не берется? Нет, ящики у нас не берутся. Опять сохранение. Видимо, здесь такое место с сохранением, если мы будем сюда, наверное, идти, в обход как-то идти. Опять сохранение, видишь, вот на этом месте здесь какая-то сохраняшка находится. Мы как только сюда вступаем... Блин, походу не сюда. Значит, сюда пойдем. По лестнице. Нет, по лестнице нельзя. Пошли вот сюда, вот, обойдем вот сюда. Да, да, потом тут. Да. Мне кажется, сейчас наверх надо идти. Что здесь? Что-то там такое. О, пугает, пугает. Кто-то ребенка пугает. Валдерих. Рисуночек такой, да. Всякие звуки, кто-то ходит постоянно. Ты паразитская швабра на башке. Кто же это такой-то? Или такая? Кто такая? Это? Такая, сякая, сбежала от водяного папаши. Пойдем. Все заколочено. Оттолочено. Проползаем, наверное, все-таки внизу. Вот, да. Здесь мы, наверное... И закончим нашу очередную серию «Среди сна». Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайки. Ай, доползем под столик, доползем, доползем, доползли. Пока, ребят, пока. Пока.